первый компонент вакцины «Спутник Ви» для Татьяны Литовченко. К этой процедуре она подошла ответственно. Соблюдала самоизоляцию, всегда носит маску и перчатки. Женщина – врач-пульмонолог. Она хорошо понимает возможные последствия COVID-19 и необходимость делать прививку сейчас. Сейчас практически COVID уходит, и мы как бы все больше и больше будем общаться с больными. И уже на полную, так сказать, открываться наши будут отделения. Поэтому, конечно, чтобы обезопасить себя, обезопасить свою семью, конечно, лучше привиться. И я решила, что стоит привиться. Полезный укол получен. Пациент отправляется в комнату отдыха на 30 минут. Татьяна Литовченко уверяет, что чувствует себя хорошо. 100-тысячный вакцинированный для Оренбургской области – это событие. Так называемого юбилейного привитого ожидали на пару дней позже. План по вакцинации в регионе перевыполняется, отмечает министр здравоохранения. Ежедневно прививку от коронавируса получает около 5000 человек. Для контроля создана единая федеральная сеть мониторинга. Через недельку мы сегодня готовимся к вакцинации в торговых центрах. И начнем с двух торговых центров в городе Оренбурге. Посмотрим, насколько активно население откликнется на это предложение. Конечно же, мы сегодня заходим в трудовые коллективы. Из 100 тысяч вакцинированных оренбуржцев около половины – люди из группы риска в возрасте старше 65 лет. Для коллективного иммунитета необходимо привить 60% населения. Этих показателей нужно достичь до начала сезона простуд. Проблем с поставкой препарата «Спутник Ви» в Оренбурге нет, заявляют в региональном Минздраве. Ольга Энгельс, Владислав Горбунов, «Новости дня».